Всем привет! Сегодня приготовим картошку, тушеную с мясом. Картофель при этом получается вкусный, ароматный и очень мягкий. В качестве мяса я сегодня буду использовать баранью пашину. Это мясо считается третьего сорта. Вот так оно выглядит. Я нарезала его вот такими кусочками. Там есть и мясо, и прожилки, и небольшие части жира. Просто так поджарить это мясо в течение 10 минут не удастся. Оно очень жесткое. Но если его правильно приготовить, оно получается вкусным. В глубокую сковородку кладу говяжий перетопленный жир. Как его приготовить, у меня есть отдельное видео, ссылку на него оставлю в описании. Когда жир растаял, а сковородка хорошо прогрелась, выкладываю мясо и буду обжаривать его на сильном огне в течение 10 минут. Теперь самое время добавить специи. Я приготовила немного соли по вкусу, черный молотый перец, молотый кориандр хорошо подходит к баранине. Также можно добавить зиру. Все специи берите на свой вкус, какие вам нравятся. Ставлю огонь ниже среднего, накрываю мясо крышкой и буду готовить в течение 40 минут. Крышку нужно периодически поднимать и перемешивать. Огонь нужно поставить такой, чтобы мясо не подгорело. Прошло 40 минут, мясо уже немного протушилось, перестало быть таким прыгающим. Теперь самое время добавить нарезанный лук. Продолжаю обжаривать мясо с луком на среднем огне под крышкой еще минут 15. Некоторые кусочки мяса должны превратиться в вот такие хрустящие зажарки. Они очень вкусные. Ну а теперь самое время добавить нарезанный картофель. Сверху посыпаю оставшимися специями, накрываю крышкой и буду тушить все вместе на среднем огне до готовности картофеля. У меня на это ушло еще 15 минут. Вот такое сытное, вкусное, ароматное блюдо у нас получилось, при этом с дешевым мясом. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!